My parents come home and I'm not there. Меня там нет. Можно перемотать? А то я... Walkie-talkie. Я все это уже видел. Я смотрел уже. There were some batteries in one of those boxes. Не слишком громкая игра. You can have some too. I think we should look for your parents. А мне что-то интересно, она и всем членам платит ЗП. Но ЗП-то они платят, там другая проблема. Там проблема в том, что деньги из Твича, а Твичи, их когда-то в команде, они выплачивают Нави. А Нави уже распределяет между всеми. Все твои доходы поступают Навиам, там что-то какие-то замуты с налогами, и потом это выплачивается игрокам. Вот с этим вот у меня большая, огромная, гигантская вот с этой вот хуйней проблема, которую не могут решить, и, возможно, следующего года я уже помашу ручками, и мне просто такие вещи меня заебали. Зарплата этого не стоит, того, что вот я вот сижу и мучаюсь, и получаю деньги из Твича раз в 4 месяца. Меня, я не знаю, может быть, только у меня такая проблема, мне просто... У нас не так много людей там. Не, у меня уже вот здесь вот эта вся хуйня. Нет, сегодня ничего не, блядь, не будет, плана у меня. Я в этой неделе у меня не получится уже, так как обычно, по 7-8 часов стрим. Адаптируется под ваши действия. Да. Вернер, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Cody? Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. You're fucking dead! I don't know who you are, but I will kill you! Do you understand? I know you will. She knows you will. Say goodbye. Что-то он медленно превращается в зомбака. Бля. Don't worry, pal. We'll get her back. Значит, ну, еще не обработал, не хватило времени, ребят. How's that feeling? Нормально. Don't worry about it. It wasn't a full chomp. No, it wasn't. We don't have much time. О, гули подходит. Ну, Бен уже сдох. Ладно, ну дверь, да, вот молодец. Бен бы не догадался. Что мне 23 после укуса? Ну ему уже должно быть херово, лол. Что в холодильниках? Может спрятаться в холодильнике? Да, гоу спрячемся. Весы. Ну давай, чекаем. Нет. Когда он уркает, уже станет реально. Опа-на. Оп, оп. Шаболда, по-моему, я все выложил. А вот, или не все. Не, пятый эпизод, его тут не обработали, не успели. И Walking Dead тоже. Просто не успел. Или все шаблоны выложил. Блин, я не помню. Охуенно. Так, мне надо подобрать, наверное, что-то. А что, давай ёбнем в лифт, прям выстрелим, как настоящий true gangster. Stay away from my noisy hood, brother. Just some surgical supplies. Так, мне же надо что-то было взять. А, вот эти щипцы мне надо взять, лол. Like расширитель. Да почему? Я могу придумать много способов применения этого расширителя.
Может быть, штуку? Серьезно? Штуку? Глупо, Иван, не понял, что надо штуку. I'll have these doors open in 2 seconds. Че ты ему хуёво? Ой-ой-ой. Блять. Я думаю, надо рубить руку. Хотя я не думаю, что это мне поможет. То есть уже по всему телу уже как бы разошлась этот яд, и надо было рубить, наверное, сразу, а не сейчас, поэтому нет смысла. То есть если бы был я бы не стал ничего рубить. Эй! Whoa! Stop! He's awake! He's still bitten! So? This is about trying to save him. At the very least, buy him some time. Chopping his arm off. Do we know it works? We don't know anything. We know there's gonna be a lot of blood. Не, не надо, не надо. Не надо, нет, не рубите, нет. Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. О чем это ты? Jesus, what are you guys talking about? We thought if we took off the bitten arm, за который тебя укусили. Shot. Блять, гений. I know it's drastic. Вы в каком фильме это просмотрели? What if it works? It might be the only way. What do you think? Похуй режь. Are you sure? Да. Да. Нет, я не буду ходить с одной рукой, как аутист, блять. Я охерею тут предметы подбирать. Нет. Две руки. You're gonna die. Yeah, not in here. You guys keep an eye on that door. Пальцы резал, но там-то нормально было. Да оно бесполезно. Кто мне что прислал? Господи, на почту что-то пришло. Опять какой-нибудь change там. Спасите ежей там какие-нибудь. Пишите петицию. Там уральские ежи вымирают. Ваш голос может спасти одного ежика. Чего? Так. Что делаем-то? Я ж, по-моему, все сделал. Погнали, ребят, на выход. Откуда у меня на РЛ лежит? Да я ебу, что ли? Ну вот в том-то дело, что их осталось мало, надо спасти. Я вроде уже отписался от этого Ченца или кто он там. Мне все равно приходят эти петиции. Я не знаю, как бы. Я сомневаюсь, что эта штука прям пипец как работает. Если есть возможность, то сам помогу, ежик спасу. Саморучно. Буду переезжать или там пингвинов переворачивать, не знаю. Американский черный умирает, ваш голос. Так, мне дали поиграть. В жмем. Дизайнеры. Ух, тихо. Есть другая петиция. Стримеры охуевают. Один бородулецкий стример заебался получать деньги от Твичей раз в 4 месяца, блядь. Подпишите эту петицию, и тогда абсолютно нихуя не произойдет, потому что Твичи охуели. Да ты правда, ну как он... Я жив. Я попробую. Оп! Пресс! О! ЗБТ Гвинт в личку кинь.
в личку. Или предлагаемо новости в группе, или мне в личку кинь в ВКшке. И потом через Новый год, перед Новым годом еще раз играю. Или завтра просто заграю. Там 10 ключей есть. Смотрите, какая тёлка. Медбрат, кстати, я на днях пошел отыгрывать себе квалификацию. Мне дали 2498, то есть не хватило 2 очка в Power Watch до платины, думаю. Ну, пойду отыграю, запускаю первую игру. Через 3 минуты у меня ливает один чувак. Мы играем на точках, не на тачке, на точках. Мне дают в команду челиков, которые взяли на точке вдову. Ханза, ну и там что-то, я взял танка, еще какой-то ДД и хил был. Мы проиграли 3-0. Я удалил эту игру. That's crazy. They can't track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. Это норма? Нет, это игра, блядь, я не знаю, по-моему, там просто самые жесткие, блядь, долбоёбы играют в эту игру. Это просто пиздец какой-то. Не знаю, я ни разу в жизни таких дебилов не получал. Я выпендривался. Я просто люблю выебываться. Не знаю, я на 2500 сижу, 2400. 50, по-моему. Мне нужно минус 30 дали за эту игру охуительную. Самое время на лестнице повыебываться с своей акробатикой. Ну, как солнце свет. Прикол. Мне нравятся эти фильмы про зомби и о всяких играх, когда, знаете, ну, более приближенное к жизни. Когда вот реально ясное небо, погода хорошая, и вокруг зомби. То есть обычно в фильмах все темно, всегда ночь, всегда жопа какая-то, туман, дождь. Но погода же не меняется из-за того, что на земле стали зомби. А наоборот, должно быть лучше, потому что меньше всяких испарений и другого говна. Должно быть прям ясно. Вот это мне нравится. Так. StarCraft? Я StarCraft почти в Даймонде был. Я играл 7-м или 10-м пулом на зергах, просто схуярил 3 месяца, блин, каждый день. Там, если тираны застраиваются, бам, бейлингов делаешь. У меня каждая игра заканчивается где-то на 10-й минуте. 8-10 минут, даже меньше. Где-то фильм, который ты обещал. Я ничего не обещал. Лол. Я причем отыграл игры, квалификации, сразу попал в голд. Еще несколько игр, платина, и там что-то возился, почти в даймонд попал. Было прикольно. Просто я даже за других не знал вообще, что играть. Протасс для меня вообще была загадка. Чего варпы, какого хуя? Я за беллингов. Это, за 7-й или 10-й пул, просто с мувом 10-й, 7-й обычный хуяришь, блядь. Одни и те же кнопки. Так, лестница. Опять выпендривался? Ну да, я на стриме, самое время повыпендриваться. Жене попробуй расскажи что-нибудь, или... коллегам текущим. Вот туда. Мне же пофиг будет. Давай. Бум! The bells. Да прокси гейт, и что, блядь? Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the match. Да, он хорошо играет. You think you should be the one to go? My leg's feeling better. Let me do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten. Ну что, освоил что-то там фаст рачей. Ну, как бы зерги этот зеркраш. Это было основная колода, блин. Коллегам, да, коллегами, man. Hurry. Yeah. What she said. Пошли. И лезьте на колокольню. Правда? Я думал ебануться вниз. Oh, shit. О! Блять.
Ну даже после смерти не повезло. Yeah, I'm fine. Try to find another way out of there. Фотонить? О, мы играли с этим чуваком, который фотонил. То есть я своего оверлорда тащил, он такой, все, давай, отправляем. Едет. И он уже там ставит фотонки, блядь. Расстреливаем всю хуйню, там рабов, еще какую-то хуйню. Вот это было забавно, 2-2 там играть. Помню, мы чуть долго сидели, играли, там уже минут 20-25. Я просто все бабки, блядь, ультралисков позахуярил, блядь. Пошел кромсать базу, он как через ту, он по супротусу играл, он как-то батонами чем-то еще пошел, ну там прям пиздец был. Это не так далеко, ты сможешь, мне пиздец. I'm so fucked. Ха! С одной рукой бы охуел, наверное, да? Давайте. Ой, да кого там своих этих cool story, бро? Скоро Новый год, будете с родителями сидеть. И они прям такие говорят, а ты помнишь, как этот, со Светланой в прошлый раз ездили? Да не Светлана это была, с Тамарой был. Да как с Тамарой, со Светланой мы тогда ездили? Ты еще тогда взял себе, свинины. Да не свинины я брал, а говядины себе, не свинь. И вот два, видишь, как твои родители вот так вот просто что-то пытаются рассказать, и у них путаются показания, с друг другом спорят. Так сидишь, ждешь. Я взял говядины, не свинины. У нас была Тамара, а не Светлана. Мы ездили туда. Да не важно. Ну, короче, вот мы поехали. И ты вот сидишь так. Ты причем эту историю уже слышал раз 800, блядь. Ты уже про эти, блядь, какую-то рыбалку, про охоту такую сидишь и, блядь, слышишь. Let's get the hell off this roof. О, нормально. Бывший сап. Ну, этот Новый год мы без родителей. Так, они уезжают куда-то все по разным компаниям, и мы с ним только Рождество, наверное, вместе встретим, послушаем истории. Потом, как кто-нибудь машину продавал, тот еблан, и еще какую-нибудь хрень. Кто-нибудь за Оринск ездил. А, ну, про твое детство, да, как пошел в детский сад. Ну, он сдружил с этой, это Ксюша, да не Ксюша он дружил, а с Мариной, да какая Марина, у нее Ксюша была, еще зубы, ну, два зуба еще у нее не врезали, да не врезали, один зуб, а не два, сидишь так вот. He's right, they're not invalids, they're just people. People have been dealing with shitty situations even longer than we have. No wonder they got the jump on us. I don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking bull ride. Пошли они нахуй, я прям дерзкий. When I find them, I'm gonna rip their throats out. Да с разными персонажами, да. No cancer. Saint Cinna. Эти мои истории скучные, блядь. Ну и родители своих послушайте, как что-то рассказывают из своей молодости или из вашей. О, Гмыс! Спасибо тебе за подписку. They fucked us. Ты разве ни разу не подписывался? Нет, Винстрика, а? У меня есть фотография с детства, где я стою с какой-то тёлкой, наверное, с ним вместе на утреннике танцевали. У меня нет двух зубов, не выросли, а у него, наоборот, два зуба. А других вокруг нет. Было забавно. Клементайн все еще там. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of city. Блядь, это имя Клементайн, господи, Клементайн. Я перестал, когда начал его херачить по КД. А, в сентябре-то? Ну да, там надо было. Потом поволнуйся о лодке. Worry about the boat after. Can scour the goddamn coast looking for. I'll make that bastard wish the cancer had got him. You're welcome to. Just calm down for a second. Слушайте, а Мит мог раньше умереть? То есть, я не знаю, он что-то давно уже живет. И какой-то он практически бесполезный персонаж, что-то ходит.
Well, I know you two are just gonna look out for number one. And найдем, number мы будем two, жить за городом. You know, где-нибудь на какой-нибудь базе в горном Алтае. Нет? Понятно. Амиду и Кристи это понравилось. Оба-на. Yeah. We gotta get out into some open spaces. You know that's what I'm for. Бен сдох, но он сам захотел. You might not even be around. Лишили Бена модельки. With all due respect, Lee, his opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? But what about? Там бы Бен так сдох по-любому. Oh shit! Here they come! In the house! They shouldn't be able to get into the backyard, right? We can secure this place. Krista. Окна. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Так, Криста будет колотить. Ты. Двигай мебель. Просто двигай табуретки, блядь, какие-нибудь. Оми. Сука, этот ролик. Амид. What is it? What? Front doors! Lee, help! Cut their fucking arms off. There's got to be a knife or something in there. Ну где? Hurry! Быстрее. Быстрее. Нож. Изи. Take their goddamn arms off. Наверху. Now what? Get ready to fight. This place seems sturdy to me. I think we're fine. Sturdy my ass! Get upstairs! Да, ну что, чат-рубет? Нет. Скажи ты, зачем ты двигаешь? А, вот так, понятно. Жируха. Блин, нихуя она дошла нормально. Микроламовский, да, микроламовский любит кого-нибудь. Как мне объясняешь, типа лучше брать деревянный, там звук там лучше идет, чем пластик. Что-то там заливали мне звукачи. Почему уж ёбнуть кого-нибудь? Чуваки, мне нечем стрелять. Они научились перелазить. Да хер с ним с пистолетом. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay, let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. Не знаю. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. А данк мемс. I'm sorry. Блин. Должен быть другой выход. No ideas, then. There's gotta be another way. Check the floor for any other access. Event. Вчера видел картинку, там такие сперматозоиды летят. Сзади там президент, звезда там кино, звезда там рок-звезда, полит какой-то там гений, Нобелевская премия и на первом месте админ паблика с мемасами. Господи, да, это мой сын будет.
you hear that? Yeah, I did. What did that mean? She's at the hotel where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Так, ищите выход. Like I said, everyone needs to keep looking for a way out, damn it. We're trapped in here. How long you think we have? What? I don't know. We should have cut it off. At least then there would have been a chance. Well, you didn't. And it's too late now. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Блять, убейте их, всё. Look, we could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. He looks fine to me. I think it'd be best if we just worried about getting to Clem right now. We're not gonna do her any good if you've attacked us. That isn't gonna happen. How do you know that? Guys, I don't know what happened before Omid. Блять, я не понимаю, к чему эти разговоры уже который раз подряд. Ну превратиться, убьем. Ну станет хуже, убейте, зачем вам балласт, лол. Что если вместе Клем был, да? And it was Duck out there. Whoa there, friend. I bet you'd rather stay focused on the problem, not have people turn on you. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back. Волколак, спасибо за подписку 7 месяцев. Нормально. To die because we were stupid. You're not touching me. Do you understand that? You know exactly what to do if I turn, and that's enough. Do you hear me? You might become one of them. You understand that? How can you be fucking calm about that? Блять. Но я не хотел его бить. Разбил рожу этому чуваку, блядь. Если бы был зомби, я был бы на месте мексиканца. Просто бы какую-то хуйню нес. Был максимально бесполезным и нес бы хуйню. Там типа, лол. 30-foot drop? No, this mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on... This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. I wasn't gonna hurt you. Sure, pal. I know. И поэтому я не взял этого Диккенса, блять, или кто там был. И не хотел тебе въебать им. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well. We probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. It's just looking. And when it happened? I panicked, but now I feel it inside me, like the day before you get the flu. It's horrible. Wish you would have taken it off. Don't think it matters much now. I'm losing a lot of feeling in it. Really? Yeah, it's hot, like when you break a bone. But tingly, like it's asleep. So when we get this guy, what do you think? You just get Clementine, that's the focus. Despite how I feel, I can't let vengeance be the thing. Sure, but if it's not that easy. We'll do whatever it takes. And, you know, whatever happens to you... Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I'm bitten, Krista. We all know that's a wrap. There's gotta be something. Вы, ребята, позаботились о ней. Кенни какой-то ёбнутый.
stop it. То есть, как бы, Кенни, он слишком единоличен. Тем более, Кенни похож на какого-то реднека-расиста, и он вряд ли позаботится о маленькой черной девочке. All right, I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected life. Делывай, ребят, не похуй, реально. You want me to do it? Я заебался уже эти, блядь, это уже продолжать сентября, блядь, не нравится в чате, пожалуйста. Кто-то не нравится, блядь, и нету ни одного варианта, кроме как уйти, пожалуйста. Я, у меня, блядь, в голове проблем столько, что мне вот эти, блядь, какие-то разборки в чатике, это, наверное, занимает мне, ну, даже не знаю. Вот я, вот видите, у меня валяется кошка. Меня вот сильнее беспокоит, вот, что ей сейчас снится, чем, блядь, разборки в чатике и, блядь, кто-то там опять обижается и так далее. Так. Блядь, как детский сад, ей-богу, я уже вам говорил. Детский сад. Why you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. О, бухло. Давай, Кенни. Види, он еще лкаш. Ну какая ему девочка? Скотт tell you much about what we've been through? Bits and pieces. The aforementioned Larry fella? See, Lee and I got trapped in a fucking meat locker with him. He had a heart attack, so there's this guy who, I should say, was built like a brick shithouse. And we're terrified he's gonna come back and eat all of us. What did you do? We were resourceful. Larry didn't make it out. No, he did not. We did, though. Амит, отлично получается. Извини за ту боль, которую причинил. Кенни это оценил. Поставил лайк. Клем черный. Ну, на Эбони, или не знаю, как ее называть. Конечно. Тоже прибухнем. Она мулатка? Да, блять. Не знаю. Короче, пусть будет черная. С этим хуй. Че тогда они постоянно спрашивают, она твоя дочь? У нигера, блядь. Если вот такая большая разница, ну, спросите. Подходит Клем с Ли и говорят, это твоя дочь? Серьезно? Everyone keep a goddamn eye out. Раз уж, блядь, такая большая разница. This place seems pretty sealed off. Well... О, неплохо. Это он... Это... О, вот это смерть нормально. Вместе с женой в обнимку. Как мило. Может, двигать... Может, да, я согласен. Don't you say that. Не стал пить после зараженных, кстати, правильно. Stick it out as long as you can. You do whatever you have to. I could have done more. Да-да-да, это толерантность. Да, идите нахер, она черная. Просто тут много темных сцен, и чтобы как-то персонажи там выделялись, они их немножко осветлили, кажется, что они латиносы, но нет, это черный. Could have been a better friend. Она даже кудрявая такая же, как черные девочки. Серьезно. У черных волосы все вот такими вот идут афро. Поэтому или на лосо бреются, или там какие-то там дреды делают, и еще чего-то. То есть они не могут, как вот мы, например. Понятно? Мертвая пара. Ли, ты окей? Да. Let's keep at it. Так, давайте глянем, что у нас тут. Расист, да я не расист, там, блин, там серьезно говорю причину. Опа-на. Nothing other than personal items. Кто-то внизу блюет, слышу.
Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Я представляю, как он с одной рукой бы это все делал. Это пипец, эти акробатические этюды. Вау! Хорошо, что я не стал себе ее отрезать, господи. Я бы заебался, наверное. Давайте, и Redneck еще. И сила южан! Let's keep going. Be careful up here. They haven't learned to climb yet, right? Если бы парень не вздул, был бы интересный момент. It's good to be moving. You're doing good. I'm not, but I'm trying, man. What happened? Honestly, you know how many nights Kat and I laid in that broke down RV? She'd give me hell for not thinking enough. Это имеет значение сейчас? Чувак, сейчас даже денег нет. Every damn night. You got that walkie-talkie? За секунду деньги стали бесполезными. You might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Там черная азиатка по этому цвету. Да какая, бля, черная азиатка? Что это за хуйня такая? Я говорю ее, Светлану специально осветлили. Чтобы она в черных помещениях не сливалась. Вообще, черные персонажи в такой игре крайне... ну, неудачный вариант. Только 2.5 без провалов, там, ноги, без этого вот говна. Как тебе? Как тебе такой план? Ну давай, просто, ой, молодец. River Street's just up ahead. Nope. Maw of darkness full of walkers? Fuck that shit. I don't see any down there. You can hear them, right? We're all desensitized to it, but I can still smell them. Let's keep going, you bunch of lollygaggers. Oh, fuck. Well, I'm so sorry. Мы должны вернуть рацию. Корявые, блядь. We can find this guy without it. And what if we don't? We need every clue that comes out of it. Lee's right. Если бы был Бен, по-любому это Бен сделал бы. It's fine. We just need to figure out who's going down there. No, we don't. Krista! Jesus fucking Christ! I got it. Get me up. Fuck! We can't reach. Find something fast. Genius. Keep a fucking eye on her. Ну давай что-нибудь найдем. You're so stupid. Stupid. Grab onto this. We'll pull you up. Good. Thanks. Что, блин, за хуйня? Первый раз не получилось. Блять, да вы скиньте что-нибудь, да что он может наступить? Ёбаные дебилы. Ну подсади ее, я не знаю. Кто-нибудь повыше должен спрыгнуть, её подсадить. И тот, кто повыше, залезет. Ну давай, ну. Давай, давай, давай. Get Kenny. Пусть Ли свой хер кинет. Where are you? Go!
Где убили Кенни? Where'd he go? Может, он убежал? Maybe he ran. Maybe the man's all right. Maybe he'll find us. What if he doesn't? He went down there for you. I know he did. Он хороший человек, он спас мою жопу. Удана латинка, но не сразу видно. Куда он пошел, не знаю. В магазин, может, на концерт Линард Скиннерт. Может быть, там побежал искать свою же сестру. Не знаю, чем еще редники занимаются южные. Marshall's hotel is around the corner of the block. Are you okay? Do you want to talk? Nothing to say. We need to stay focused on what we're doing. I know we can't just take a minute, but you're not a machine. This is a shitty time. Я машина. Make sure we're clear before we go forward. Да, только теперь вопрос, он еще умеет вести лодку, кроме Кенни, а? Алло. Алло, не слышно. For her. You guys will be grateful. Keep her safe. We do our best. You know that. What's going on with you? I don't know what you mean. You know why Kenny did that, right? I was in trouble. Sure. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? Блин, мексиканец единственный нормальный персонаж в этой игре. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hard. The decision doesn't make itself. Так ты беременная сучка. Сначала пойду я. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Just go nice and slow. Almost there. It's an easy crossing. Good. Fine. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? Эпоха, буду пробиваться. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Встретимся на севере. We'll meet north of town. A boat? We still have to get out of the city. I'll get Clementine and meet you. What if... Don't what if. I'll meet you. Блядь, чего вы так беспокоитесь за Дашу? Я не понимаю, блядь. Я не понимаю. Человек очень сильно хочет к себе внимания, безумно. В принципе, 70% тех, кто находится в чате, они жаждут к себе внимания, потому что, ну, может быть, их недостаточно в реалии жизни. И он это внимание получает на протяжении уже полугода к себе. Достаточно большое. И, блять, я просто на самом деле в шоке. Она его то засунет в игнор, то вытащит, то засунет, блять, то вытащит, то засунет, то вытащит. В итоге сейчас, блять,
Последние полчаса разговаривает про то, что Даша, блядь, отменила подписку и больше сюда не придет из-за медбрата, из-за его поведения. Почему, блядь, просто засунуть человека в игнор и не видеть то, что он пишет? Блядь, мне... Я, блядь, я не понимаю, где... Ну так и дальше, забейте, блядь, забейте, все. Больше никто, но у нас не появится больше, нет. О-о-о. О, нормально. Как будем пробиваться? Вот это нормально. Заебись. Драма. Драма Квин, да. Это, блядь, это уже продолжалось просто очень много месяцев. Каждый месяц, ну, каждый день. Очень. Мы брат. Появилась Корисария, давай что-то про страхон, ей это тоже не понравилось. Потому что когда появилась еще одна женщина, уделяется мужское внимание, возможно, это тоже не понравилось. Пиздец. Попробиваемся. О, хорош! Зарядка за мака, где нету слов. Привет, Ильяс. Кстати, когда последний стрим будет в этом году? Ну, в пятницу Саша и Бухла стрим будет в Хейсе. Посидим, поиграем, да, что-нибудь поделаем. РКВЛГ уж, пожалуйста, блядь, хоть кому, ребят. Я ни за кем, блядь, мне заняться больше нечем. Я говорю, что в сентябре просто ставь игнор. Там, когда идете на ник, там есть такая кнопочка игнор. И вы не видите все, что пишет этот человек, если кто-то не нравится в чате. Но это же тяжело, блядь. Вам же надо знать, что этот человек пишет, да? Хоть в ЛГ, хоть, блядь, кто. Да, деньги кончились, но сука, с августа Твичи не платят, надо хейсик подрубить по быстроляну. Зачем тебя можно забанить? Ну, они, типа, она не может модерить, то есть, и тот человек, то есть, они могут просто игнорировать. Привет. Окей. This is Sybil. You look horrible. Go over there. Это если чувак с рации? Я просто решил на Мальдивах себе, да, на вилле сделать небольшой ремонт, там еще пару единорогов себе купить. И... надо, короче, надо. Quiet, please, sweetie. Your things there. Это только вот эта рация. Just be cool. Do I not seem cool? Состояние. Да я такие Good. Суммы за два стрима. Go. За две минуты хэс собираю. Господи, там какие-то 10 миллионов. Или сколько, 7 миллионов рублей, вообще ни о чем. Do you know who I am? Только проблема в том, что Сильвер выиграл деньги у... той компании, которая Альянсу не выплачивала два года, поэтому я думаю, он еще будет с ними разбираться. Ну, точнее, его команда. Его команде больше интереснее, чтобы он выиграл, потому что, скорее всего, у него контракт на то, что он часть денег должен выплатить команде. То есть они тебе везут, они тебе оплачивают, ну, как бы у тебя договор, что на турниры некоторые... Потому что, как бы, иначе тебе нет смысла. Тебе нет смысла держать. I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a
Dad. Детской футбольной лиги. I coach Little League. Молодец. Какие у вас успехи? Какой дивизион? Your people didn't. I didn't agree with it. Там сюжет. Ну я вижу, вижу. Why didn't you? Она не хотела, чтобы я это сделал. She didn't want you to do a lot of things. What do you want me to say? I don't want you to say anything. I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Да-да-да, кожаный мяч. Да. Yes, of course. Who? Клементин. Клементин. Girl misses her parents. I'm not them. I hurt her so bad. True. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. And then we came back, and all our stuff was gone. Your people, Lee. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. Я бы так сидел. Trust back if they hadn't made our situation so desperate. Так интересно. Мне жаль. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Мы все похожи. Some more than others. I'm not like you. Нет, конечно. You killed a man with a pitchfork. Я скажу все, что угодно. У тебя же, блядь, пистолет, долбоеб. I did what I had to. You abandoned a defenseless, grieving woman. Я там не был. How many times did she almost die with you? You wouldn't have done better. That is exactly what I would have done. Ты ебанутый, блядь. У тебя пушка в руках. Ты как хочешь вести диалог, когда у тебя в руках пушка? Какие ответы ты хочешь услышать? Ты же ебаный даун. Да, я думаю, Роман, надо вторую пройти тоже. Посмотреть, что там дальше с Клем будет. Я не знаю, чем это закончится. Ну, в принципе, интересно. Да мне нравится кинчики смотреть. Ты мне сразу тебе заставляет тебя страдать очень сильно. Это не должно быть вот так. Дай мне пистолет и поговорим по-другому. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others. For revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Ебать, нихуя, чувака. Бам, видали? Lee, listen to me. Видали как? I need you to hear this before what happens next. Извини, Росакоч 38, но ты самый главный бомж из всех, кого я видел. Сори, конечно. I bet you don't even know how old she is. Life is strange. Wrong. She's not. Мы уехали. But her birthday was 6 days ago. А он ёбнутый, блядь. Чё мне тут читать, лол? Он, блядь, больной. Я не хочу, люблю общаться с психами, потом становишься таким же. Ты сумасшедший. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. Пусти нас. No, no, I don't think so. You're going away, and we're starting a new family.
Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... Чё, блядь? I'm glad too. I wish it wouldn't have had to get this bad, but... It's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Ты чё? Сука. Я тебя, блядь, научу, как я в гетто, блядь, таких беложзадых, блядь, ебал. Снежинка, сука. Да, блядь, на нахуй. Ух ты, блядь, гад. Сука, арийские уёбки, блядь, пиздец тебе. Блядь, сука, мазафакин PMP. Это новый дед about me. Мазафакин PMP. Опять, Клем, это не то, что ты думаешь, Клем. Это, понимаешь, мне пришлось это сделать. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Хороший же, блядь, я убил чувака, потому что меня, блядь, напал. Выстрелить. Ну, я думаю, не будем его убивать. He could come back. It's okay, sweet pea. We're leaving. Горошинка. Good. Он уже ее едой называет, мне не очень нравится. I'm sorry. I'm sorry. Что этот круг не стал трубать? Ну что, мне теперь с одной рукой бегать? Нет, спасибо. You look horrible. Я ебаный убийца, Клем. Я перерубил штук 300 во дворе. Я просто, блять, машина для убийств. Я больше не человек, Клем. Пойдем. Let's get out of here, okay? Yes, please. We need to get you somewhere safe. Я бы даже не знаю, кто я сейчас. We have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. В говне каком-то залит. Ебать, он воняет, наверное. I'm sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Так, надо посмотреть, что за хуйня там, блядь, ты же... Пиздец. Блядь. No, I know. Блядь, ёбнутый. Просто ёбнутый. Добрый вечер. Он слепой? Чё, блядь? It didn't bite you. Yeah, I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. That's how we'll get out of Savannah. Вот это по-мужски, ебать его в рот. Ну чё, будем рубить? Oh, no. А нахуй, что, блин? А, надо обмазать её, обмазать, чтобы она, типа, пройти. Жри. Но. О.
Покажи теперь пиротвора мне, давай. Давай. Открой 300 бустеров, давай. О, да. О, нормально. Что, ответь на вопрос, на что поменять в колоде. Давай. Давай. О, заебись. О, спасибо за подписку, блядь. О. Все? I hope so. Давай. I thought it was gone. Дай в кепку еще насрать. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. А рация все не нужна уже? Воки-токи. Вот так углед первый месячный, да, Клем. Я хороший отец. Пиздец. И как мне пробиваться? Просто идти вперед? Батусня. Где ты нахер? Что это? Что это? Это мама? Не остановился. Ну, извини, родителей больше мы не увидим. Сорян, Клем. Упс. Lee, wake up! Please don't be dead. Please, no. Что-то ему нехорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. I saw my parents. И? Я знаю. They didn't get to you, right? No. We got away. They're dead for sure. Ну, примерно после пятницы Саши я буду выглядеть так же. We can't. There's thousands. В субботу я буду так же выглядеть, блядь. No, no, that's crazy. I saved you. We're safe here. Я прям представляю, как там твои мопсы. I can't. Do it. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. Что-то он вообще уже, блядь, синий прям. Мне no, пиздец, no, Клементина, no, пиздец! У меня труп ходячий, и через 15 минут я буду за тобой так идти, блядь. Убегай! Прости меня! Sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. Уёбывай, Клементина, блядь! Там чувак, это спектатор мод включил. Good, good girl. Let's go. I might be a little slow.
Я стал белым, значит, я стал слабым. Сука. Я теперь даже не могу так держать пушку. Надо бы еще, пока идешь, это подбирать золотишко там в витрине, которое оставил. Чтобы еще не до конца превратиться в белого. Сука, ну я мразь, ребят. Я вы что ожидали от меня, блядь? Что-то буду реветь. Я хочу играть в хоккей. Ай, все, хватит. I can't. You don't have much time. You gotta do something fast. Like what? Я баскетбол мне уже не хочет играть. В том ты не руби. Держись подальше от меня. Блин, да-да, это бейсбол, игра белых, да, блин. Я тебя научу, как в нее играть. Выбей дверь. Блин, как ты держишь битву, а? Да. Он нет. Поэтому пиши Сморг в чате. Ну чё? Стул. Здесь и стул. А чё, где он застрял? Въеби ему прям. Въеби ему. Битый. Где биту? Ты чё бросил биту, лол? И что? А, себя к батарее? Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. Черный должен умереть в наручниках. Блять, сейчас опять будет на ютубе, когда я выложу там надпись. Что за говно, я хоть атмосферный, блядь, стрим. Получается, просто хихихани, блядь, отписываюсь. Уже не то, совсем не то, я отписываюсь. What should I get first?
попробую забрать оружие. Тебе нужно оружие, Клем. Забери. Ёб твою мать. Grab it! Get him! Get him! Watch out! А! 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 Упс. Ну, я думаю, ему хватит. Неплохо. Ты можешь о себе позаботиться. Отлично, отлично. Клем. Теперь достань мою кассету. NWA. И слушаю ее все время. Господи, ты мой маленький in the hood нига с пистолетиком избитый. Господи, я так... Я самый счастливый отец на свете. Ты просто захуярила белого, битой на моих глазах. Ты лучшая дочь, которую только мог мечтать. It's so horrible. I can't imagine, Sweepy. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. Sweepy, не битый, въебас. I don't know if I can. Ты мне въебас, битый. Оставь меня. You can leave me. Ну зачем заставлять все убивать? Лучше просто оставить. You'll be just like them. It's okay. It won't be me. Clem, it's time to go. You gotta get out of here. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Please. You have to go. Now. Maybe. Maybe. Maybe I shouldn't let you turn. Что такое гайчи? Лучше не надо, лучше не связывайся. Сохрани пулю. Сохрани пулю. Нет. Yeah, I do. When I went out to rescue that boy Glenn, we met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to not come back as a walker. I couldn't bring myself to give her the gun. I didn't want to see death then, and I know we've seen so much of it, but you shouldn't have to see it now. I'll go. I'll leave you. I'll go as fast as I can. And as safe as you can. Always be safe. Найди Амида и Криста. Find Omid and Krista. They're looking for a boat. Find them. А Амид и Крист будет во втором эпизоде или нет? Или может Кенни там выжил, нет? Следи за прической, блять. Ладно. Ну хорошо. It's just not safe. Why not? Those places are just targets. Ooh, as much as spoilers. You can. Фу, спойлеры. Фу, так, всех перебанить. Все also, понятно, я тут... О, вы так повелись просто. А мое лицо, когда... Вот это мое лицо, когда тут историю рассказывает. What? What is it? No, don't worry. Господи.
Господи, это, блин, долгая смерть. С тобой все будет хорошо. Сколько еще советов мне надо, блядь, дать ребенку перед смертью? Боярышника перебил, ну да, примерно. Все, мне надо немножко поспать. Контроль мета в Хейси. Мое лицо, когда кто-то открывает 300 паков. О, Лего, ух ты, золотая. Все. Рядом дохлый мент. Чувак прикован, нигер прикованный к наручникам. Идеальная смерть. Белый мент, конечно же. Все? О, блин, неплохо, неплохо. 4 золотых лего, вау. А что в следующих-то будет, а? Ну, я почти как все. Вы 28 не отрезали руку. Ну да, все правильно, зачем? Вон, исход-то один и тот же. Вы согласились убить его. Ларри умер в холодильнике на ферме. Вы дали воды Даку, застрелились за сына, защитили у сына в аптеке, застрелили с Клемсом, вы разделились, назвали ее сумасшедшей, когда... Так, понятно. Вы, наверное, время тупо не на ты, бросили Бена скала, вы сбросили Бена скала. Я, блядь, его не сбросил, он сам захотел. Еще 40 дней. Ну, у меня часа полтора есть, наверное, вот так. Успеем, не успеем, посмотрим. Эпизоды установлен. И как его? А чё, скип, чё? О, особый эпизод 400 дней. Не может атмосфера. Какая атмосфера? Что? Что за атмосфера? Да там, блядь, какие-то титры пошли, какие-то ноунеймы. Я ебу. Сейчас бы титры смотреть. А 400 это что такое вообще? Это что за эпизод? Там кто вообще участвует? У меня он куплен. У меня он даже установлен. Там в Климфполе... Да я понял, я, по-моему, на Ютубе видел это. И чё? И что? Что за хуйня? Сейчас еще раз попробую запустить. Он не куплен, отделен. Так он же у меня установлен. Как не куплен? В смысле, я же все покупаю. Бля, да вы угораете. Я не буду покупать 400 дней. Мне заняться больше нечем. 400 days, я не знаю. Вы видали, сколько достижений? 40 и 48. Господи, какие ачивки просто лутал. Это пиздец. Я думаю, что не лутается просто за то, что ты проходишь, блять, эскейп. 32 рубля? 32 рубля? Сколько, блядь? 32 рубля? Да я не буду, блядь, эту хуйню покупать.
заняться? Что там за персонажи, блядь? Что за, блядь, байкеры с татуировкой борода? Какая-то рыжая хуйня за колесом. Тридцать два!